Музыка в исполнении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы завораживает. То, что создает этот живой творческий организм, вдохновляет каждого слушателя, позволяет раствориться в созвучии различных музыкальных инструментов и насладиться этим. А создают это волшебство люди, которые не один год отдали, чтобы научиться в совершенстве владеть музыкальным инструментом. Такому мастерству учат в Брестском музыкальном колледже имени Григория Ширмы, где многие начинают свой творческий путь с малых лет. Вот так усердно и скрупулезно 8-летняя София Лошак оттачивает свое умение игре на скрипке. Девочка занимается чуть больше года, и несмотря на сложности, которые приходится преодолевать на каждом занятии, стремление научиться владеть этим музыкальным инструментом у Софии ничуть не уменьшилось. Поддерживать высокую мотивацию помогает талантливая крестная. Когда моя крестная Таня выступала, вот мне казалось, что это легко, и я тоже хотела. Моя крестная тетя Таня, она тоже хотела к этому преподавателю. Конечно, от педагога многое зависит. И в Брестском музыкальном колледже имени Григория Ширмы талантливых и одновременно требовательных наставников много. Именно они помогают раскрыться дарованию и учат говорить со скрипкой на одном языке. Тем более, что востребованность этого музыкального инструмента сохранилась до сих пор. В общем-то, сохраняются все те виды деятельности, которые существовали всегда. Конечно, это прежде всего оркестранты, прежде всего. Оркестровый инструмент. Это, конечно, солисты, они могут выступать как солисты, но, конечно, это единицы, безусловно. И многие становятся педагогами, прекрасными педагогами, учат других детей. Это тоже, в общем-то, достаточно серьезная, сложная, безусловно, деятельность. Да, играть на скрипке непросто, а учить этому мастерству еще сложнее. Посвященные в музыкальные тайны наверняка поймут, что такое двойные ноты и почему играть звук – это самое сложное в скрипке. А еще они точно знают, что от расположения локтя и пальцев зависит многое. Среди таких опытных – Олеся Шуляк, которая оттачивает свое мастерство игре на скрипке на протяжении 9 лет. Я выбрала этот инструмент, потому что он позволяет выразить все человеческие эмоции и донести их до слушателя. И это большое счастье, когда то, что ты хотел передать с помощью музыки, откликается в сердцах других людей и возвращается обратно к тебе. Музыкант, который владеет игрой на скрипке в совершенстве, как будто играет на струнах своей и вашей души. Совсем не удивительно, что научиться этому непросто. Ведь, как известно, путь к звездам проходит сквозь тернии.